Здравствуйте, друзья! Хочу представить вам вторичное жилье на продажу в Тбилиси, в районе Исани. Это дом с земельным участком, земельный участок 190 квадратов, жилая площадь дома 100 квадратов, общая площадь 120 квадратов, но именно жилая площадь 100 квадратов. Значит, хозяин продает ее за 90 тысяч долларов и готов сделать маленькую скидочку. Дом просто отличный, полностью отремонтирован, с мебелью. Продается она со всем тем, друзья, что... дом находится в отличном месте. Прям рядом с домом, в двух шагах, находится бассейн «Олимпик». Ну, спортивный комплекс «Олимпик». И мебель полностью установлена, кухня. На кухне все сделано со вкусом, вообще-то деревом. Значит, при покупке этого жилья вам ничего не надо, просто заходите, возьмите с собой зубную пасту, щетку и все. Вы можете жить. Отопление проведены. Кухня, это сделано как студио. Дальше сам узел тоже прекрасно, красиво сделан. Отлично, санузел. Стиральная машина прямо около санузла. И комнаты со своей мебелью. Это одна комната, которая на первом этаже, маленькая, красивая. Смежная. Одна и вторая. Между собой они разделены и все как-то. Одна комната, которую можно использовать как детскую. Вот вторая комната. Эта комната мне нравится больше, потому что у нее отличный вид на вот, друзья, сегодня я хотел для вас снять вот этот прекрасный дом. Его можно использовать как для жилья, так и для инвестирования.